Ну, будем надеяться, что и это ненадолго. А вот так вот счет в этом матче и открывается. Видим мы, какой могучий удар совершил Сергей Полетевич. И что ж, 14-я минута становится для нас счастливой. Получается такой у нас урезанный репортаж. Но выходим мы тогда, когда нужно выходить. И вот этот штрафной чем-то напомнил штрафной Евгения Клоповского в игре в Венгрии за свою команду. Но здесь Полетевич приложился, что надо. Полетел мяч по замысловатой траектории и вонзился в левую от голкипера. Ну, может быть, не девятку, но что-то типа этого под перекладину. В общем, сборная Беларуси вышла вперед в этом матче со счетом 1-0. И